На прием к министру внутренних дел в УВД города Бендеры пришли более 20 человек. Вместе с главой ведомства с горожанами общался и начальник бендерской милиции Дмитрий Каргополов. Вопросы в адрес органов внутренних дел поступали разные, от бытовых жалоб до предложений по улучшению деятельности УВД. Многие горожане проявляли гражданскую позицию, высказывали предложения по улучшению работы МРЭО, дорожных служб. Я как представитель юридического лица, да, я собираю 15 документов, чтобы поставить для снятия автомобильного счета. То есть, мне кажется, что есть дублирование. Слушай, вот смотрите, допустим, мы проходим экспертизу в Тирасполе, да, а фотографируют машину почему-то в Бендерах МРЭО, потому что там вместе нельзя ее тоже фотографировать и носить в картотеку. Еще один мужчина обратился к министру внутренних дел с вопросами охраны общественного порядка и общественной безопасности движения на улицах города. Оценить ситуацию, связанную с проездом автомобилей в утреннее время, когда к детскому саду номер 14, Бендерскому детскому саду номер 14. Там ворота сада находятся примерно в 100 метрах от центральной, от улицы Коммунистической. Но многие родители, а иногда и на такси, пытаются, ну, не пытаются, а везут. Да, именно туда. Это между домами 189 и 189А, вдоль дома 191, то есть это фактически в пешеходной зоне. Просьба оценить специалистов, насколько это соответствует безопасности движения. Не все поднятые проблемы относились к компетенции органов внутренних дел, однако некоторые удалось решить прямо на месте, так сказать, по горячим следам. Вот этот мужчина не может устроиться на работу из-за некоторых проблем с документами. Министр внутренних дел порекомендовал прийти в милицию, служить в патрульно-постовой службе. Я возьму на себя ответственность и подпишу приказ. В ходе встречи с гражданами Руслан Мова по каждому обращению дал пояснение. Все материалы на контроле в Министерстве внутренних дел. По каждому заявлению милиционеры работают тщательно и в срок, пояснил начальник УВД города Бендеры Дмитрий Каргополов. Стоит отметить, тесное взаимодействие правоохранительных органов с гражданами всегда приносит положительные результаты, позволяет своевременно реагировать на проблемные вопросы населения.